Что еще один? Раз за разом. Всем привет! 15 мая. Выбрался на рыбалку на речку Южный Буг. Сначала хочу половить карася на боковой кивок, а вечером уже заброшу удочку на сомика. В тенечку поставил медведку. В каждой секции отдельно медведка большая. И выползок в банке. Дырки тут проделал, чтобы дышал. Проверим, что там по дну. О, тут камушек идет. А по правую сторону у нас ямка. Течение у нас идет слева направо. Значит, за камушком самое будет удачное место для рыбалки, для прикорма. Так, ставлю удочку и сейчас буду прикармливаться. Кашка у меня самодельная. Буду тестировать на карасика. Делал ее по такому рецепту. В кастрюлю наливаю 3 части воды. Жду, пока закипит. 1 чайную ложку соли, 3 чайных ложки сахара. Добавляю часть кукурузной крупы и варю 15 минут, постоянно перемешивая. И далее добавляю жареную макуху от 3 до 5 частей. И пару зубчиков чеснока. И все тщательно перемешиваю. Приставляю удочку там, где буду рыбачить, и делаю закорм на полметра ближе. Ну, почти попал. О, отлично. Ну, пока хватит. Теперь ждем примерно 40 минут, 30-40 минут, пока карасик подойдет. Есть первый карасик. Точками затянуло. Небольшой, но есть. Куда? Есть. Есть карасик. Хорош карасик.
карасика кто-то грыз. Может, сомик. А может, сеточник. Вроде что-то было. Да, есть. Так, пошла жара. Это вообще была пауза примерно часик. И тут уже карась буквально за 5 минут второй. Это радует. Это побольше. Уже классный такой размерчик. Червячка с опарышем. Это что, еще один? Раз за разом. Что происходит, а? Просто класс. Тоже классный карасик. Не маленький. Стандартный, в общем, для этой реки. Крупничка пока нет. Давай, давай, поднимай, поднимай. Есть. Непонятно сегодня с карасем, с этим клевом. То клюет раз за разом, то час тишина. Реально, вольфрамовая мормышка просто рулит. Я в прошлом и позапрошлом году делал сам их, и корончатые, и бескорончатые. А все благодаря тому, что вольфрам на 40% меньше по объему, чем свинец, с тем же весом. Мормышечки эти покупаю в Алиэкспрессе, весом 1 грамм. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Так, уже солнышко скоро зайдет.
будем ловить сома. Так, разложу доночку на сома. У меня простой карповичок, покупал в Алиэкспрессе, ростом 3,60, с тестом вроде 180 грамм, если не ошибаюсь. Фирма Obey. В прошлом году фидерные удилища этой фирмы покупал, все классно и очень понравилось. А в этом году уже прикупил два карповичка, как раз на сомика и на карпа. Катушка у меня 6000-ка. Самолла. Шнуль 03. Оснастка у меня на сома с подводным поплавком. В прошлом году я показывал, как такую сделать. Кто не видел, подсказка будет в правом верхнем углу. Из наживок на сома у меня есть выползок и медведка. Медведка у нас топ-1 лакомка на сома. В каждое отделение я поставил одну медведку. Покажись, красавица. О, какая большая. Вот такая. Красота. Сейчас я покажу вам крупным планом ее. Вот такая вкуснятина. Вот так насадил медведку, чтобы жала вообще не было видно. Открытого металла. Груз у меня тут небольшой. Чуть больше 100 грамм. А несет воду сильно. Тут, наверное, надо под грамм 200. У меня больше нет, так что далеко я забрасывать не буду. На сома я уже выходил не первый раз. Один раз я выходил, забрасывал живца, карася 300 грамм. Плюс 100 грамм грузик, удилище выдержало. Второй раз я выходил, взял живца поменьше. Тоже поклевок не было. Третий раз я уже насобирал выползка и взял одну медведку. И была одна поклевка. К сожалению, холостая. Ехали, бабай. Есть карасик. Это вот это место получше ловит, чем там. Это небольшой карасик. Что нужно и так взять. Ну как небольшой. Самый вкусный размер. Доночка на сома стоит. Жду поклевки. Катушку поставил на байтранер, чтоб удилище не ушло, как в прошлом году. Что там сомик увидит, а? Не люблю, когда воду пускают.
А летом-то там вообще капец. Нереально вообще рыбачить. Так, сиди, жди поклевки. Сом даже не узнает. Чтоб для него там вкусняшка была. Ку-ку. Ты где? Куда? Куда, куда? Сомник сегодня объявил бойкот. Не клюет. У нас 20 мая спадает нерестовый запрет. Я уже сюда вернусь. Возьму несколько удочек и проведу батл. Выползок, медведка, ну и куриная печень. Проверим, на что будет лучше клевать. А сейчас пока половим карасика. На поплавочку и на боковой кивок. Так, покажу улов. Проба сегодня тоже не густо. Из-за высокой воды сильной. Ну, чуть-чуть есть. Напожарить будет с десяток. Надеюсь, видео понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока.